Всем привет! Сегодня мы находимся в объектах. Олимпийский парк. Приехали смотреть. Такие пальмы. Ага, хорошо. Посадим? Конечно, посадим. Пальмы попривязывали. Видите, что вы это, когда снег идет, ну и холодно, чтобы они очень в порядке были. Вот он там факел уже впереди. Видать. Ну, сейчас поближе мы подойдем. Посмотрим олимпийские объекты. Очень сегодня красивое небо. Прямо розовое такое. Тут в аренду можно брать самокаты. Вот такие каты. Вот на такую бабушку надо, да, покатать. Мы все хотим. У нас там в Краснодаре, в парке, покататься на подобной с бабулей. Чтобы удобно ей было сидеть. Но здесь мы решили прогуляться, потому что достаточно. Да так хоть идешь, что-то. Холодно. Идешь хоть, знаешь, чуть-чуть. Да. Шевелишься. А если сядешь, примерзнешь, да. Ветерок. Ага, все-таки такой свеженький. Вон, видите, факел? Вот. Тут и есть ветерок, да? Вот он факел. Вот он, красота. Надеюсь, меня слышно и ветер не мешает. О, там вообще заходит. Смотри, вот вообще. Нет, там заходит. Пока красивые очень. Сегодня вообще небо полностью по кругу классное такое. Со всех сторон классное небо. И вот луна на палочке. Да, сфоткались. А какая красота, сам этот факел. А вон какие да. Яблока. Да. Ну и факел, да. Факел. Побывали? А показывали такое прям. Два, три, четыре, пять стадионов. Вот это очень красиво. Вот здесь мы смотрели как-то этот Comedy Club. Приезжали здесь, смотрели. На этом объекте тоже классный. Ну и сам факел, видите, какой гигантский. Гуляем с родителями, смотрим красоту. Здесь есть где пройтись, где погулять, что посмотреть. Так что приезжайте. Здесь самокаты, велосипеды, все что угодно в прокат. Много всего интересного. Хорошо и зимой, и летом. Вот это еще красиво тут. Такой объект симпатичный. О, смотрите, какая красота. Столько всего. Закат. Вот он, олимпийский огонь. Родители тут гуляют. И покажу. Вот тут мы смотрели Comedy Club, как-то приезжали. Здесь огромный стадион, огромный объект. Вот стадион. Вот стадион. Вот стадион. В общем, очень-очень тут красиво, масштабно. Есть где погулять, что посмотреть в прокате. Самокаты, всякие трехногие какие-то штуки, на которых кататься. В общем, есть на чем. Просто сегодня очень сильный ветер. И кататься не особо охота, а там горы красивые. Поэтому мешочком, чтобы согреваться. О, какая красота, луна, гляньте. Супер. Все. Посмотри, какие облака прикольные. Да, очень невероятно. Мы еще хотим найти абхазские мандаринки, покушать вкусные. Сейчас пойдем искать. Не знаю, как меня слышно, не мешает ли ветер, поэтому много тут не снимаю, но показать вам очень хочется все. Мы тут уже, конечно, не впервые, но все равно. Ага, да. Включили свет. Какой-то объект там замигал. Что интересненько. Сейчас я просто в перчатках. А ну нажми давай 5 вот мне. Я в перчатках сама. Хочу показать как раз это. Это слышно на видео. Чё? Красота. Там тишина, прохлада. Но тут летом дешевле снимать, чем там. Ну, вне сезон получается, что да. Ну
Вот так вот. Лучше жить летом на Красной Поляне, а зимой... А зимой в Сочи, да. Зимой в Адлере живешь, а ну, летом в Красной Поляне. Да, вот они объекты светятся. Где подача? Вот, смотри, видишь, светится этот факел. Факел, да, видите, подсветка. Ай. Но она просто с той стороны, поэтому нам не видно было. Да, класс. Красотища. Да, строят и строят. Вон там прям наверху таджики. Строят. Зашли за мандаринками, гранатами. Это 200. Это именно чистая натуральная сок. Понял.